как тебе сказать? Как есть. Ну, вот знаешь, я вот у него посмотрю эти фичи, как там растакивать, стакивать, все такое вот, блядь, там. Там перемещать юниты и все такое вот. Ну, нам точно пизда. Ну, я не сомневаюсь, блядь! Какой паблик, блядь? ВКонтакте. Ну чё за паблик там? Ну, по варгейму. А, вот этот варгейму паблик? Ага. Бля, ясно. А чё нет? Потому что у нас еще Кимбер играл и еще несколько человек, ну, да, которые периодически заходили. О, господи, бля. Ладно, давай напряги. Так, ну ты. Подожди, я-то на Грегори, я же там. Ну я на Борис, понятно, да, да, блядь. Да хуй. Так, вот у меня вот. Разведку повесить на право. Потом. Я точно знаю, что он знаешь, он увидит Т-80М, сразу же накупит на МиГ-27. А он играет за синих. А, не за синих. Я забывал. Тогда у нас есть шанс, мне кажется. Там скандинавы моторизированы на моем направлении, он меня завалит. Блять. Сразу. А потом все быстро закончится. Бля, может со старт этот купить? Братос. Как думаешь? Он тебе по-любому пригодится, но нужен ли он тебе сейчас? Да, хорошо. Ладно, знаешь, я оставлю 80 очков. Учитывая сколько. Да, я понял. Да, да, да. Мне уже заранее обидно, что мы. Да ничего обидного, это все-таки первый. Мне я всегда хотел с ним сыграть, чтобы посмотреть, насколько я хуёв вол. А вдруг, знаешь, а вдруг. Как средние игроки, понимаешь? А вдруг продержимся, вол. Ну мало ли чё. Не хуёвые. Хуёвый это вот тот пацан. Ну да. У тебя истребитель есть оставит? Ясно. Я тоже. Не, не знаю, могу БМ-ку убрать и купить. На самом деле могу. Я могу ТОР убрать, один купить, я убрал. Да не, вот что растет. У меня два ТОРа и два ПЗРК. Или один ПЗРК, я уже не помню. Too many of them, бля, ёбаный рот. Да, купи ПДХ, слушай. Я не куплю, у меня не ПДХ, у меня эти 120 мест. Блять, ты понимаешь, никто в Wargame лучше их не играет, блять. По крайней мере, лучше этого ML Александра. Все, хорошо, я понял, успокойся. Не, ну просто это будет очень интересно, блядь. Я надеюсь. Ну да, это как в платиновой лиге в этом, в StarCraft'е поиграть. Я в золотой поиграл, я уже обосрался, блядь, от этого микринга. А, не забудь командник именно на Эленов пих. Есть. Это газелька, ну там всякая хуйня. Газель не канон. Он к тебе там прилетел.
Я вижу. Еще эти что-то там. А ведь он успеет тревел. Линкс хуй. Лек-лек все ставит, а ясно, понятно. Причем два. Так, разведку я всрал. Два опять. Перезагрузка компа. Я купился 27 МС. Два самолета летят, скажешь. Да я вижу, да это все. Пиздец. Видишь, против меня тут кто послабее. Но все равно не удержу. Супер, да, да. Да не сбил. Не, меня разнесли. Меня тоже. Вау. Разведчики готовы, сэр. Ну ГГ, блять. ГГ, П. Вау. Еще там кого-то утилизировали, нахуй. ПВО я у него не наблюдаю. ПВО все на Борисе, там миллиарды, блядь. Ага. Куда доставить товар? Вам нужен ангел-хранитель? Ебать там ПВО, видал? Там уже и туры. Бля, ну хоть у первых парней на деревне совсем хули сказать. Это такой плюс. Спорный. Я бы назвал это утешение.
Бля, мне несчастный то, блядь. Если бы просто подловили, нахуй. Там штормеры еще вот здесь в кустах. Вот я, ну это уже не важно, я думаю. Смотрим. Есть для нас приказ. Мучение тоже закончено. Кого вам надо отвезти? Ждем новых приказаний. Что вам на этот раз нужно? Какая нахуй панику у спецназа? Чё за говно? Ой, бля. Пулемет МГ-3, ёбаный рот. Чё, бля? Рафаль, ясно. Ну, у нас вот здесь какая-то хуйня уже. Да. Мы устроим там наблюдательный пункт. Вы со мной говорите? Что может сделать для вас пехота, сэр? Ну, поднимается все. Кто там против твоего Т-80-го на равных? Ебать, Леопард 1.5, охуй. Просто на равных стрелялся. Это не моя война. Там леклерки всякие выехали. Два леклерки этих выехали. Почему командник стал стрелять? Ай, сука, пиздос. Пиздос, это... Вау. Да, Рафаль он такой. Да не в Рафале дело, там еще пол*** здесь стоял. Не-не, бесполезно. Надо не самолеты, не самолет. Не надо было как-то эти коробки остановить. Меня там вижу уже и снабжу сразу. Да. У меня много очков, я даже не имею, вижу смысла на них что-то покупать. Тебя видят немало очков. Да, в смысле, с таким-то приростом? Че, из пулемета ним командного отделения пострелять?
2, 5. Все, ебанули все-таки командник мой. Ну что, понятно дело, что не мы. Ну такое видал, блин. Запомню, где-то 80 стоит. А нет, на радуле. Рубите атаку, бойцы! Какие будут приказания, сэр? Все, рибка. Готовы выдвигаться, сэр? Мистралем бежит, осторожно. Вижу. Мой командник не появился. Все, рип. Почему еще не все? А, все. Вау. Нахренели, бля.